Так. Я не понял, это что такое? Это значит, что так вот, без повода, без тоста, без меня. А это, друг мой, наука. Я тут в одной газете вычитал, что есть такая болезнь, которая лечится только коньяком. Слушай, здорово. А как эту болезнь-то подцепить? Ну вот об этом наука умалчивает. Будем проводить опыт. Сладкая моя. Ой, все было вкусно. Ну, отбой по койкам. Опять. Че? Ну чего-чего? Антон, ну каждый день одно и то же. А че? Ты приходишь домой с работы, мы кушаем, потом пьем чай, потом отбой по койкам. Ну, а че такого-то? А мы не можем посидеть, поговорить о чем-нибудь? О кино, об искусстве, я не знаю, о живописи, в конце концов. Ты сладкая моя, ну не дуйся, ну... Ну, я не знаю, ну... Слушай, а ты вот Пикассо читала? Нет, не читала. Потому что Пикассо – это художник вообще-то. Ну, знаете ли, нет, так нет. Ну, теперь-то отбой по койкам. Итак, ребятки, мы изучили с вами разбор слова по... Молодцы! И какие части слова теперь мы знаем? Окончание, правильно. Корень, умнички и... Приставки, молодцы. Сидоров, а какие приставки ты знаешь? PlayStation, Nintendo, Xbox, PSP, Wii. И чё? Очень смешно. К директору. Быстро. Повторяем. Ну чё? Ну а чё? Ну да, через полчасика и соберёмся. Молодец. Добрый день. А, Петра, Ир. Ир. Да, Антон Владимирович. Ир, ты чё творишь-то? Что случилось? Ира, ты как оделась-то? Как? Ира, ты вся сексуальная, вызывающая и обтягивающая. Ира, дышать невозможно, понимаешь? Как, Антон Владимирович, у меня только бедра обтягивают, а здесь все свободно, я могу дышать. Ира, им дышать невозможно, коллегам твоим дыхание сперло. Ножницы, бумага, оп! Ай, выиграл! Выиграл, опять выиграл. Ах, хорошее настроение. Ты знаешь, Вань, у меня, когда в Америке хорошее настроение, я сажусь в машину ехать, светлая краска, светло-белый. Когда плохое, когда много проблем, когда работа, я сажусь в машину, темная краска, черный. Траур! Yes, траур, yeah. Yeah, когда я отдыхаю за границей, yes, я садиться в машину, брать яркие цвета, красный. Оранж! Yes, orange, like you, orange, апельсин. Ой, Джоник, все у тебя по-богатому в Америке твои, yes, а? Yes, чуть-чуть. Слушай, ну у нас все в России проще. У нас, значит, если настроение хорошее, как бы покуролесить, так, знаешь, есть возможность покататься на белой машине с синей полосой. Вот, если после того, как покуролесил, прямо скажем, хреновастенько со здоровьем, появляется возможность покататься на белой машине, но с красной полосой. Вот. А за границей я тоже один раз был. Да. Да.
но на танке. Семёновна! О, здорово! Здорово! Здорово, ну давай посиди, хоть поболтаем. Ну давай. Отдохнем. Ой. Семёновна, чё-то Петровича твоего давно не видно. Как у него дела-то? Так помер он. Да ты что? Как так, а? Две недели назад пошел в огород за Петрушкой. Ну, там у него сердце и прихватило. Ой, а ты-то как, Семёновна? Ну, а я чё? Пришлось в салат укроп класть. Красавец, ну ты! Не, серьезно! Ты заливаешь! Нет! На марке! Слушай, женщина, а ты в курсе, что Запорожец тоже иномарка? В смысле? Что, в смысле? Да! О, и, кстати, люди говорят, что Запорожец надо водить тремя руками. Не понял, это как? Да что ты не понял-то? Просто все. Одной рукой, значит, держишь руль. А-а-а. Второй рукой, значит, коробку передач. А-а-а. Вот. А третий вытираешь слезы. Я попыл. Ты ж моя мусипусечка, давай, да, ой, тебя тоже, ты ласточка моя, давай, ага. Так. Чё? Я вообще её называю обычно Валя. Угу. Я так и понял. Угу. А я свою ласково называю зайка моя, рыбка моя, птичка моя. А она чё? А она чё? Уши растопырит, глаза выпучит и клювом щелкает. Мужики! Мужики! Это там... Что? Ну, наши выиграли. Нет. Ну что, пиво подешевело, Прохор? Нет, если бы. Валерка пить бросил. Да ладно. Ну да, ладно, пойдем, пойдем. Вот. Не хочу есть. Ешь, кому сказала? Я для кого готовила? Для папы. Папа вон тоже не ест, сидит. Слушай, Дашка, это, оставь в покое ребенка. Вовка, иди. Что это такое, пусть иди? Чего ты влезаешь-то вообще в воспитание, я не понимаю. Слушай, Даш, а ты чего мне не сказала, что твоя мама в Канаду эмигрировала, а? Чего? С чего ты взял? Чё, с чего взял? Вот сегодня буквально утром в программе «Время» сказали, что в Канаде сибирская язва. Ну, знаешь, сейчас тебе устрою язву. Сейчас. Ящеру позвоню.
тут как-то... Не знаю. Да, тут как-то... Как-то вот так. То есть вы хотите сказать, что тут большая поломка? Мадам, если бы это была лошадь, я бы посоветовал ее пристрелить. Здрасте. Побриться охота. Эхо! Начнем обрабатывать. Просто я профи. Скажите, вы что, пьяны? Кто? Руки уберите от меня, вы меня порежете. Ты не белый? Вы мне, главное, скажите, где у вас подбородок? А я сам найду. Я тебе говорю, это вообще не вопрос. Милый. Подожди секунду. Короче, берешь, разбираешься, потом мне перезваниваешь. Понял? Все, давай. Милый. Ну что, что случилось, дорогая? У меня проблема. Какая? Пошла в магазин, и меня назвали проституткой. Дорогая, я тебе 1000 раз говорил, что не надо ходить по тем местам, где тебя хорошо знают. Ну чё? Чё? А ты замком-то решил вопрос, не? Зачем? Чё, ты так квартиру без присмотра оставлять не боишься, не? Не. А я записочку в дверь вставил. Какую? Ну типа, здорово, Ват! Срочно найти Гнуса и Шершавого. Передай, что ствол у меня. Гнилого вчера замочили паяльник. Лика! То-то же! Ой, Даша, что ты пугаешь? Привет! Здорово! Ну чё, твой? Чего? Вернулся? Дома? Рыбака. Чё, сколько поймал? Да уж поменьше, чем твой. Так мой ничего не поймал. А мой ещё удочку там потерял. Рыбаки! Пойдём. Так. Опа! Что? Даша, давай. Жека! Жек! Жека! Чё, как дела-то, а? Жек! Жека! А чё вчера на мобильник не отвечал, а? Ну, чё тебе надо? Глазки красные, опухшие. Бухал, а? Нет, блин, на работу не хотел идти. Всю ночь плакал. Жека. Жека.
доброе утро. Ну, радость моя. Милый, 22 июня ровно в 4 часа приезжает моя мама. Почти как в 41-м. Лова. Ну, не понимаю, мы сидим, общаемся, ну. Да просто что-то не ловит нифига. Так, давай вырубай. Что, захлебал, короче? Вырубай. Все, 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 выхожу, выхожу. Рассказывай. Был ты на курорте, да? Угу. А что, бледный такой? Что, белый? Ага. Да просто в отеле был Wi-Fi, а на пляже не было. По вопросам, как говорится, обращайтесь. Так, ну, кто счастливый отец? Я. Где отец-то? Я говорю, отец, я. Я отец, это мать. Мать, отец. Вы Андреев? Я Андреев, да. Прости. Ну, поздравляю держи, вас. Держи. Осторожно, осторожно. Тихо, не учи, учу. Ну, вот это результат. Спасибо вам. Спасибо. Ну, что? Конечно. Надо держать мотор рабочим. Ну, целуйте. Ты моя сладкая. Умница моя. Ну, молодец. Все выдержали. Все достойно прошли. Кто отец? Опа! Опа! А вот и я. Андрей! А кто вы думали? Конечно! Ну, здрасте, Андрей! Держи, держи. Ну, давайте. Коммунист в этот раз. Коммунист, коммунист. Ну, вы меня удивляете, Андреев. Ну, так а чё? Надо держать моторчик рабочим. Ага. Слышь, ты масло-то в моторчике смени. В смысле? А? Ребеночек-то черненьким родился. Все. Ой, да. Здравия желаю. Здрасте! А, здрасте! Коньяк, табак, наркотики. А можно, пожалуйста, чашечку кофе, а? Дают, а? Слушай, любимая, а козлы вообще долго живут, а? Не знаю. А ты что, себя плохо чувствуешь? Нет, я... Ha ha ha!
что такое-то? Подрался, что ли? Нет. Ну, подрался. Вчера встретились с другом. Ну, выпили немного. Домой прихожу, мне жена как зарядила скалкой под челюсти. Это еще что? Вон, в арабских странах вообще сухой закон. Почему? Инстинкт самосохранения. Ну, представляешь, приходишь ты арабской ночью домой, а там тебя 10 жен встречают со скалками. Ну все, тихо-тихо-тихо, извините. О, такси! Такси! Дружище, гони на Чехова. Угу. Ха, легко! Чехов, это знаете ли, я сейчас вам скажу. Чехов, это вообще ни хрена не писать. Может быть, вам ближе Анинский?